Я хотел поиграть в мячик. Это сейчас ты вечером с папой ходил? Папа заходил в мячик. В мячик играть вечером. Давай начнем с утра. Да. Утром что ты ел? Два мяса был. Нет, два мяса ты кушал вечером. Утром что я пожарила? Мясо! Яичко я пожарила. Яичко. Яичко жареное ты кушал. Что ты потом делал? Да, потом ты дома играл? Да. Вспоминай. Ты дома поиграл, а потом мы с тобой пошли на велосипеде. На велосипеде. Расскажи, как мы пошли на велосипеде? Мы пешком пошли или на машине в парк поехали? На машине. Мы поехали в парк на машине, и ты там? Катал. Катался на велосипеде. Да? А еще что ты с собой брал в парк? Нерф. Да! Нерф ты с собой брал. А Вася с нами ходил в парк? Расскажи. Нет. А куда же Вася уходил? С Тимуром играть. Скажи, Вася уходил с Тимуром играть? Вася ходил с Тимуром играть. Хорошо. Так, потом мы с тобой пришли домой, да? Пришли домой, да. И я дала суп. Суп, да. Какой суп ты кушал? Борщ. Борщ, правильно. А куда мы потом поехали? Габатет. Логопед. Логопед. К логопеду. К логопеду. Логопеду. А как логопеда зовут, помнишь? Лариса Александровна. Лариса Александровна. Лариса. Лариса. Александровна. Александровна. Молодец, хорошо. Тебе понравилось заниматься с Ларисой Александровной? Да. Какой ты там стишок говорил, помнишь? Сы, са, помнишь? Да. Скажешь? Давай. Са, 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 аса. Си, си. Си, 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 и не си. Усы. Давай-ка хорошо сядь только. Это что такое за дела? Уасы, усы. Да? А еще про лису ты пел. Са, са, са. Идет в гости к нам лиса. Сы, сы, сы. Она хочет... Колбасы. Колбасы, точно. А потом мы с тобой поехали домой. И во что играть? Ты чего делаешь-то? Играл. Ты... Во что мы с тобой играли? Расскажи. Вертолетом. А с вертолетом что, случилось что-то? Потому что сломал. Скажи, я не смог играть, потому что он сломан. Я не смог, а смог? Я не смог играть. Я не смог играть, потому что сломанный вертолет. И кто же его чинил? У папы. Скажи, папа чинил? Папа чинил. Папа смог починить? Нет. Не смог? Потому что трудно починить. Трудно. А мы тогда с тобой во что сели играть? Да? Машинка играла. Машинки играли. И машинка Саша Акула. А фишки мы с тобой играли? Да. А кто выиграл, ты или я? Мама три победил кубок, а мне она... Мама три победила раза, три раза, и три кубка мне. А мне один. А ты один, точно, хорошо. Потому что один кубок. Ну, потому что сегодня мне повезло, а не тебе, да? Мама, скажи, ты мама победила, скажи. Ты победил, мама, потому что ты быстро три. Да, я три раза сегодня победила, а ты только один. У меня один безумный. Ну, я думаю, завтра ты сможешь победить, да? Да. Вот, а уже потом вечером... Папа купил специальную штуку, чтобы мяч, что сделать? Он купил, он скачал шайки. Накачал мяч. Накачал мяч, он накачал, она крепко твёрда. Крепкий и твёрдый, не да. Она, а он, мяч крепкий. Смотри, и твёрдый стал. Покажу. Правильно, вот так. И ты пошёл с папой играть? Да, и посмотрел, она не крепкая, а вот так. А потом она так не крепкая, она тяжелая. Он. Он не крепко. Он не крепкий был, а потом стал. Крепко. А потом вот такой крепкий стал. Смотри. Ну и как? Хорошо играть крепким мячом? Да. Отлично. Я попробовал так, я потрогал мячик, а потом он твердый. Он твердый. Он твердый. У меня такой есть, тоже твердый у меня. Вот так, хорошо.
Молодец, спасибо.